Какая она, Россия? Или деревня Маклая, так называл ее Туй полтора века назад. Как и его предок, когда-то Асель Туй тоже хотел бы открыть эту неведомую для себя страну. Такие вещи, как архитектура, посмотреть, на чем и в каких условиях вы спите, так как у вас нет таких проблем с комарами, как у нас. У вас хотя бы москитные сетки есть. Все эти мелочи интересны.